Салам общий, сегодня вам покажу топ-3 читера Кибероники. Итак, первое место. Джулс, он же Котопес, имеет собственную кальяную, но не имеет хорошего компьютера. Был забанен за свой Silent AIM версии 4.5 by Upcoder. В общем, смотрите сами. Второе место, Нина. Он же Паша Мол также был забанен за ProAIM, помимо AIM-а использовал приватный чит FOV5, обитает в Казахстане. Совсем тебя простить, каждый вечер жду тебя домой. Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки, как с картинки. Просто не будешь слушать сказки, все очень непросто. Ты больше не любишь группу Краски. 100 вопросов, 100 ответов. Что же в жизни для тебя важней? Убегаешь и не знаешь, сколько мама не спала ночей. Кто сейчас с тобой, где ты сейчас? На третьем месте у нас расположился Леон Фэмили Кёй Ахтурель, он же Жендос. Если он видит, что его тиммейт умирает, он моментально использует свой телепорт, чтобы спасти братика. Помимо телепорта использовал автопхоп. У нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки, как с картинки, но ты уже взрослый. Ты просто не будешь слушать сказки, все очень непросто. Ты больше не любишь группу Краски. Я сама не понимаю. Старший брат, стала жизнь твоя другая. Кто же в этом, кто уже виноват? Ничего. Нам нельзя, не враги мы, но и не друзья. Только все же жду тебя домой. Но ты уже взрослый. У нас в квартире другие пластинки, другие.